Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцис. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд базы Blair 7169, для которой понадобится, по-моему, только один железный топор и все. Если я правильно помню. Тут фишка не нужна. Да, один железный топор. Тут будет вроде 3, 4, 6, 7 ящиков и все. Зайти можно отсюда. Тут маленький ящик будет. Раз, два, три, четыре, да, 6 ящиков. Даже 5, потому что один это сейф. Готово. Тут я все сломал. Так, тут часы, неинтересно. Хранилище. Это у меня украли. Вот это, вот это, вот это. Осталось найти воду и все. Так, это я открыть не могу, к сожалению. Изоленту мясо я заберу. Так, здесь что, вода. Бинты, бинты, аптечки. Карточки меня не интересуют. Так, дубы, слитки, доски, уголь я заберу. А, мясо, металлолом, руда. Ну и камень, бревна. Так вот, наверное, заберу. Остальное меня не интересует. Так, в пикапе я уже вроде показывал. Да, ничего нету. Пробежимся тут по базе. Посмотрим, есть ли что-то еще. Но почему-то я уверен, что тут ничего больше нету. Еще можно костер сломать. Вдруг что тут будет. Ну, уголь, бревна заберу. Вот такой вот рейд за один железный топор. Такой вот. Решать. Ну, хотя, что решать-то? По сути, ничего затратного тут нету. Обычная база. На этом все. Пока-пока. До скорых встреч.